Здравствуйте, с вами Лола Ложка Принц, и мы играем в Клон Тайкун. Я тут уже играю давненько, но, конечно, не так уж прямо сильно давно. Мы назовем этого питомца Гарри. Давайте так. Гарри. Ух ты, маленький такой. Ладно. Что ж, кто тут у нас может быть еще? Я вижу, тут уже обновили. Да. Тут обновили. Так, клонов спавним. Так, 6-12 хп. Так. Fight mode, окей. И... Да ё-моё, крипнуть надо нам. Раз еще раз. Так. Что у нас здесь может быть такое? Так, что ж. Ту-ту-ту. Что бы нам еще такое? Так, все закрыто у нас. Ну, я не вижу смысла просто проходить это как бы вечером, потому что... Ну, такое, потому что игра. Но я решила вам показать, до скольки я дошла. Так. Что? Что ж, смотрите. У нас получается... Такая вот формилка. Так, непонятно. Да какого? Так, машина заспавнилась, теперь спавним. Так. Текс. Да чё вы валяетесь, мои клоны, блин? Подождите, Гарри, Гарри. Оу, щит! Они научились даже клонировать Гарри. Да ёшкин кот. И мне интересно всегда было, почему только три? Ведь здесь... Либо вот эти просто нет. Ладно, не понятно. Центр событий. Прямо в центр. Давайте стартуем. Да, у вас тоже Гэри, да какого?
Ладно, не работает. Ладно, что ж. Всем до скорых встреч. Пока-пока.